Ась, ты чё? Ась, ты чё, рожаешь, что ли? Асенька. Бедная. Ась, ты чего? Ась, ты хоть моргни, я не знаю. Говорят, либо делать кесарево, и она умрет, спасать котят, либо ее спасать, и котята умрут. Что делать, мы не знаем. Ася. Ну не делай ты таких. Ася, куда ты встала? Ася, ляг. Ася, надеюсь, тебе получше стало. Ася, ляг, капельница здесь. Молодец. Мама умерла. В общем, вот такая вот жизнь жестокая. Подушки в неделю. Да, полноценно. Они уже ноют. Они нормально сформированы. Вам надо будет, у них у всех...